Приветствую всех на своем канале. Хочу с вами поделиться своим новым открытием. То, что я открыла для себя. Может, кому-то поможет тоже это средство. Я хочу попробовать отмыть этот казанчик и вот эту крышку. Это средство легко отмывает. Это у меня алюминиевая старинная крышка. Видите, как она загрязнилась? Покажу подробно, видите, сильно-сильно уже загрязнилась и просто щеточкой не отмывается. Вот у меня такая же наподобие крышка, я попробовала на ней, видите, и получилось. Сейчас на ваших глазах я хочу отмыть эту крышку. Итак, приступим. Средство я купила случайно, муж хотел помыть двигатель в машине, ему ребята подсказали, говорит, попробуй с мастер-клином, сам клином. И попробовал, и вот я решила попробовать на посуде. Вот, смотрите, вот таким образом наношу на крышку и наношу на казанчик. Немножко воняет. Вот с одной стороны. Со второй стороны наносить не буду. Посмотрим, за сколько времени это средство покажет себя. И что получится. Пока идет время, я вам расскажу, какое средство покупала. Вот смотрите, в интернете заказывала таблеточки, которые опускаешь в водичку. И они волшебные, просто раз, и все смывается, чистится моментально. Вот смотрите. Ну, ничего подобного я не видела. Ничего мне не помогло. Это средство, не знаю, может, я его неправильно разбавляла. Но результаты оно не показало. И я пробую дальше, дальше и дальше. На месте не стою. И сегодня вот я решила испробовать. Случайно у меня получилось на той крышке. Я хочу показать вам на видео, как оно действует, этот препарат. Вот я оставила, и оно уже начало, вот, входит в реакцию, шипеть начинает, видите, пузыриться. А пены не было вообще. Просто запшикала, и все, пены не было. Сейчас оно пошло пузыриться. Ну, оставим на некоторое время. Сколько времени пройдет, я вам скажу. Ждать, конечно, не будем. Что ж, зря сидеть, смотреть на пену. Кому это нужно? Это неинтересно. Подождем немножко. Прошло 20 минут, как постояли мои крышка и казанчик. И сейчас посмотрим, что получилось. Я беру крышку, помещаю в умывальник. Легонечко, смотрите, я стираю. Смотрите, на глазах все исчезает. Посмотрите, как легко отмывается эти все загрязнения. Это что-то. Я немножечко потерла одной рукой, второй рукой держу мобильный. И посмотрим. Смотрите, какая крышка. Сияющая, чисто вот это место. Но у меня скользит под рукой, я не могу его сделать. Смотрите, какая была и какая стала, какая разница. Я в восторге от этого средства. Посмотрите, желтизна вся исчезла, крышка блестит. Замечательно. Что мне надо будет проделать с этой стороны? Вот видите, тоже желтая. Но с этой стороны замечательно, я рада. Это я потом отмою средством для посуды. Вот так как будет прикосновение с пищей. Теперь посмотрим на казанчик. Ну, тут, наверное, придется потрудиться. Хотя, смотрите, одним движением руки вот это место, где я, ну, запшикивала, а с той стороны я не пшикала для эксперимента. Видите как? Сейчас попробуем водой.
Смотри, все смывается, все чистенько. То есть есть смысл обработать лишь казанчик, оставить его на ночь и на утро смыть его просто водой. Видите? А был весь вот такой черный. Ну, это на улице там на костре жарили, и оно хорошо засмолилось, запачкалось. Не отмывалось ничем. Посмотрите, такое хорошее средство. В общем, если кто найдет это средство, советую всем. Пробуйте. Мне оно очень понравилось. Вот как оно называется. Это не реклама, просто я попробовала, мне понравилось. Сейчас стол еще протру. И все. Всем удачи, всем пока.